Если вы не явились на плановую диспансеризацию, диспансеризация придет к вам. Кабинет охраны труда Мозырского зонального узла электросвязи сегодня превратился в здравпункт. Бригада медиков разместилась здесь для того, чтобы те, кто по каким-то причинам не дошел до своего терапевта в течение года, смогли пройти необходимые исследования. Осмотр, измерение давления, общий анализ крови, скрининг ВИЧ для группы от 30 до 49 лет, кардиограмма, а после 40 лет еще и анализ на холестерин и ПСА для мужчин. Кроме этого, опрос на риск суицида и заполнение онкоопросника. Это онкоопросник, везде пишем «нет» в конце ваша подпись, чтобы не было никаких уплотнений, шелушений, кровохарканий, нарастающего похудания, затруднений при проглатывании пищи. Если хотя бы на один из вопросов пациент ответит утвердительно, это станет серьезным поводом для более тщательного обследования. Цель диспансеризации – раннее выявление хронических заболеваний, которые являются основной причиной инвалидности и преждевременной смертности. В Беларуси диспансеризацию необходимо проходить регулярно. Каждый человек должен раз в год появиться к своему участковому доктору и пройти осмотр, где определяется его диспансерная группа, в зависимости от которой потом он будет получать в дальнейшем. Или будет назначено лечение, будет назначено какие-то профилактические мероприятия, в том числе и мероприятия по здоровому образу жизни. Как говорят в пословице, когда гора не идет Магомеду, Магомед идет к горе. Поэтому мы выезжаем, выходим, приглашаем к себе, согласно графику, утвержденного исполкомом, для прохождения всеобщей диспансеризации. На сегодняшний день 78% подопечных центральной поликлиники прошли диспансеризацию. До конца года эту цифру планируют довести до 100. По словам врачей, самая проблемная в этом отношении группа – неработающие. На них управу найти сложнее, а рычаги давления в виде администрации отсутствуют. Но мы еще не научились отвечать за свое здоровье. Отвечать перед государством, перед семьей, перед самим собой. И поэтому, наверное, пока приходится нам подталкивать к этому, подталкивать людей, наших пациентов, все-таки отвечать и болеть, и переживать за свое здоровье. На это направлено само постановление Министерства здравоохранения номер 96 по диспансеризации, всеобщей диспансеризации населения. В Мозырском ЗУЭСе по плану за день примут около 60 пациентов. Уже завтра врачи переедут на другое предприятие. Планы по диспансеризации трудоспособного населения согласованы в райисполкоме. Так что, возможно, совсем скоро диспансеризация дойдет и до вас. Пользуясь случаем, я приглашаю всех жителей нашего города, особенно закрепленные за центральной городской поликлиникой. Пожалуйста, проходите диспансеризацию. Это ваше здоровье, ваше отношение к здоровью, здоровье семьи и в итоге здоровье государства. Лидия Поттер, Юрий Горобец, телеканал «Мозырь».